26. Два байкера, три таймера, одна МС-13. Война на них же прорывается, что ли? Да, даже слышно звуки. Да прорывается. Они тупо рашат, штаб, они тупо рашат. Принял, так принял. Так все к триггеру, давайте подтягиваемся, они рашат. 24 тоже смещайте триггер. Нет, поставил, смещаемся к триггеру. Вдоль дороги к триггеру смещаемся, они рашат. Сварщик и кто там еще рядом? Я здесь слышу звуки. Там будете, слушайте. Я слышу, что что-то едет. Там, да, не наш. Во-первых, момент потери. Выбили одну технику, одну покорежили, но она ушла. Понял, 2-5, давайте преследуйте их. Да это 1-4, на своих же метках остаемся. А у Бардема кто бегает? Свои или Бардема свои, у Бардема свои, тихо, тут еще коробка врага. Рекорд врага мы выбили. Седьмые, вы поработаете, седьмые. Без колес. У вас тут вертушка. На 200 от меня, 113-я. Ваш пулемет. Они с юга, да? С юго-запада. Запада, с запада катается какая-то техника. Это 113. Еще один. Вижу, да, наш пулеметчик стрелял в БД. Я стрелял, ваш пулеметчик переходит на наши. Я принял, наш стрелял. Он увидел. Конечно, но я не начал стрелять. Нет, вокруг твои бег. Вернуться пошла на север. А у меня вопрос, а шишигу наш кто выбил? МК пристрелка вроде, но заехала. И там... Танки вышел, блядь. Танку выбили. Танку выбили. На речке входа. Очень низко летает. Панкрой куда-то сейчас поехал, туда поехал отпихали. У вас что ли? Возле нас машин выбили. Это 24, 7, мы сейчас за полосу наблюдателя проезжали, если не шляпать нас. Так, МС-13, которая на запад от зоны видела, уничтожена. БРДМ, подскажи, а ты... Готов. Так, ярдык? Так.
Сраней бурю останови! Говорят, это не так работает! Мартагра! Ну, врачи, кстати, грызлинач, я одного свою. Бриз и грузин здесь? Да. Вы в хаммере были? Да. Это еще и свои были, да? Нет, это враги. А, у меня, короче, седьмой какой-то юак. А чё ты смеешься? Да мы в***ли вас на бардаке. А. И взорвались, нахуй. Прикольно. Мы даже не то, что мы просто только до вас соприкоснулись и взрыв, нахуй. Ну, он точно так же было. Я бы с КПВТ расстрелял бы спокойно. Ну это неинтересно. То есть что, мы бардак подбили? Ну, это можно сказать и так. Который можно сказать, кто кого подбил. Джастик, стрелял не по хаммеру, ты стрелял по шишиге, по седьмой, хоть зади, извинись перед ним. Блин, так сгорело же хаммер. Нет, шишига сгорела. Да, ты дурной. Я одну пулю выпустил у него, буквально. Там РПГ сожгли. Блин, чё? А с РПГ не мой йога. Где они вообще? Седьмой. Ладно, короче, тогда в канале этого кого буду. Окер, не тарань больше на протоке ничего. А что там случилось, пацаны? Ой, блядь. Да, шахит мобиль, в общем. А что там произошло? Да, что это кто в триггере,
Нахер все. Надо было сказать громко. Громко. Я да. Отлично, поехали. Просто не представляю, Дим, как обидно. Я не выпрыгивал. Когда... Нет. Когда всех высадили, я нажал кнопочку «Выйти». Но у меня персонаж залагал и не хотел выходить. Как только вертолет начал подниматься, набрал высоту, я из вертолета вышвырнул. Что не так? Мне этот вертолет сидел, точно хотел угробить на стену. Я-то, знаешь, я понимаю. Блин, умер, подставил команду и просто ни игры, ничего. Ну, скажу тебе одно, расстановка сил 59-68, вас 59. Блин, не успел по нему выстрелить из РПГ. 58 у вас, 68 противника. Я не знаю, там РМСшники, блин, наверное. Один РМСшник живой. К нему сейчас наш вертолет прилетал. Преимущественно, скорее всего, это тот, который высадил нас. Эти вертолетчики, они куда-то торопятся, они не ждут вообще, даже несколько секунд не подождали. Так, ну, тут я нажал кнопку «Выйти», и меня не было. Выпили только на высоте. Так, вот. Хор, слышь? Я уже понял, так, это было неверично. Сколько ты убил? Хорошо, если бы я встретил в Шаглине, я бы убил всего на я тебе серьезно говорю. Я понял, и обосрался. Так, я тебя убил, да? Я думал, это брак. Дико извиняюсь. А там проехали эти бетры с машинами, я думаю, они высадили десант. И как бы вы вдалеке, текстуры были темные, как у этих. Короче, я понял, дико извиняюсь. Но ты не забывай, что надо смотреть, во-первых, форму. Мы, да, от вас отличаемся. А, по форме вообще... Последний, кого я сейчас убил, по форме вообще был этот треугольник скорее бежал. Просто был тут овраг уже, потому что туда у это... У нас форма самая бомжатская из всех. Я вообще сейчас заметил форму, когда вот последнего убил, он у меня вообще будет чуть ли не треугольник. Просто я видел, что АЭРКО проехала. Вот я думал, что там враг. Дико извиняюсь, сейчас пойду дальше с ним заниматься. И хрен тупил. Мне просто сказать, что там типа враг уже проехал. Три. Ну враг, мы на бордере мы высадились.
А, нет, я не про БРДМ, я видел, да, это М113 проехал, да, и... М113, да, и... А, когда она у меня проехала, остановилась, она дальше проехала, а я не чего, ну ты ж все-таки надо... Что-то американцам... У них форма, сюда, а, я знаю, какая у них форма, я не знаю, как я не отличу. То есть, блин... Потому что я точно, я же вижу, американцы по мультикам, правильно? Когда стрелял, то очень видно, что они темные, они как бы светлые. У нас тут цифры. Ладно. Короче, да, убустрался сильно. Фарид. Так. Окей. Те, кто убил, так. Че машины заходят? Одного убил, второго просто не знаю. В доме. Сука, надо было двоих убивать. А мне Карл. Хотя в церкви я убил. Я был в церкви, я убил одного, и мне это. Меня... А тебя кто убил? Меня убил парняк. Значит, вообще не убить пули какие-то. А я говорю, что мне граната пролетела и... Я просто... Не очень долго я выжил. Я просто думал, это с... Типа с... Ну, с другой стороны церкви вот они начали подходить тоже. Ну, там двое или трое человек. Думаю, там они закидывают. Одного я около церкви замочил. Лекса, ты где сидел, да? Да? Я в районе церкви тусовался, а ты говоришь... Монти, братан, Монти, сейчас скажу, откуда тебя убил, если что. А, я вижу, ты во дворе сидишь, с меня пора. А, да, ты под... Я сейчас гулять, а я такой просто... Я не увидел, что... Ну, все равно, кстати, очень сильно лагает. Да нам должен добивать, врачу, почему не зашел. Умер по обеду. Еще и красный, еще красный, где?
что, лопатина не так? Лопатина так неплохо, я так вижу. Кусочек. Да не, в этих самых мертвых мы ЮНовцы. И парочка этих самых ВРГшников на помощь пришла. Ебать, я туда застрелил кусыча. Ничего себе. Интересно, хоть кого-нибудь ГСом задел, блядь? У тебя было сначала недолет, а потом перелет. А я ГС, видишь, там, да, где 200-й красный ангар башни и зум. Я туда не делал. Ну, чисто технически, ты, скорее всего, если в кому-нибудь, я думаю, что там попал, то, скорее всего, кому-нибудь там убил. Не, ну просто он вроде как не засчитывает, да? Себе? Засчитывает. Да? Просто в максимум случае и засчитывает. Прошлый раз, этот, помнишь, когда мы тоже с АГСом были? Там на противоположных камнях были типы, я двоих за АГСом. Вот, мне тогда не посчитало. Ну, хз, возможно, он не считает тогда, когда убили осколками, плюс еще это... Да, посмотреть вообще, были там пехотинцы, зря мы обещали. Так, кто сейчас начал взрывать, уже выбит, точнее не выбит, а пустой камер. Кто там, наверное, умный какой-то это человек. Это синие рафовцы. Видимо, он побежит. Статистику набивает. Не в этом, врагу не отдает. К нашим в спину что заходит? Посмотрю, куда этот. Там Терра не может попасть. Или этот танк наших расстреливает. Хорошо так. Я пытаюсь понять. С кем Олимак там будет? Сейчас Пейн может неплохо стрелять. Я чуть-то удивился, что я когда по Толику начал стрелять, у меня самая первая пуля это была в голову просто. Он такой, не падает, пришлось ему делать, чтобы на камеру зашел. Ничего себе, сверху Вальдемар побежал. Наблюдайте еще за Рафом, Риком. Раф, Рик и Раф, Раф, Вазар, что ли? Да, ну, не фото, просто интересно, что стреляешь. А, ну. Я вообще за это за Олимак могу что-то. Что все-таки есть опыт. Сейчас у нас Пейн двоих заражен. Санкт-Санкт ушел. Его как раз Олимак пытается добить, но боится. Он не знает, что он без сознанки. Олимак, видим, тоже покусали. А его не... Ну, наш там не стрелял. Кто победит? Осторожность или бессознанка? Да по ним, кстати, по-моему, еще свои стреляют. Что-то мне так кажется. Кому? По рафовцам? Да. Здесь нету рядом свай. Ты ошибаешься? А! Не, нету. Я не ошибаюсь. У меня есть вопрос. А, ну это... Где спектатор включил? Ну, то есть, если постреливают, то сами рафовцы. Просто что-то мимо них какие-то пули летят. Ну там подальше ваши пушки, они. Ну, расставим большой. Они только точки видеть могут. Ну, в принципе, РЕшники сейчас очень активно стреляют. Непонятно в кого. У нас Пейн вышел из бессознанки.
У Альмака все-таки победил осторожность. Понятно. В чем прикол? Я видел, значит, месяцев, которые как-то очень странно просто типа ползали. Я не понял мемов. Потому что сейчас тебя захватит еще так сколько там. Да друг друга убили с челиком. Ну блядь, знаешь, сколько я в тебя всадил? Ты сколько я в тебя всадил? Ну я с первой пульки. Не, по-моему, ты с пульки четвертой, пятой. А до этого в тебя штуки 4 вылетел. Ну это что еще? Сервак лагает. Просто сейчас смотрю за Алимаком, он такой типа бежит на месте, фигак, прибежал еще метров 20, телепортировался. Так это на кого не посмотрели, если телепортировался. Mm-hmm. Я РШГ нашел, выкинул ее вообще в другую сторону. Надо было оставить ее, чтобы этот ангар был железный. Бля, а чего вы еще не сложили-то? Да я откуда знаю, чего вы не сложили. Я вот нашел практически. Одного убил, потом с Гагарином друг друга убили. Может, по-моему, не скриптовый это, например. А я вот не знаю. Тех... Не, он не скриптовый, он ванильный. Не, не скриптовый, в смысле того, что на него не поставили скрипт, чтобы он не убивался. А. Там есть такая тема, что можно ставить. Там мы еще давно играли, когда еще ДД были, помнишь? В больнице рядом, блядь, ее сложили сразу. А еще миссия будет, кто знает. Ну, по идее, первую не отыграли, возможно, будет, но... Возможно, будет либо миссия, либо, возможно, будет ЛТВТ. Но не очень понятно, придет ли игрок на ЛТВТ. Я точно не пробую. Ой, и метки загрузились 52 раза. Под этим сараем, понимаешь, просто ползает по земле, а второй чувак ползает по дороге, ползет в сторону моих как раз бункеров. Я такой, типа, что это такое? Зачем мне это делают? То есть он прям у нас по асфальту ползет. Через дым стоять, а? Что случилось-то?
Варин здесь? Олег, стреляй. Не убил. Суп застрелял-то. Как он выдержал? Я вот на шахту три гранаты его прям в лицо кинул. Кибу.
Ты лошара. Капец, блин.